Чемпіонат України по футболі наближається до фіналу. У апошнім хатнім матчі Мікашевіцький клуб приймає гостей зі столиці – футбольний клуб «Мінськ». Кількість очков і мети перед гульною різні, однак тим цікавіше буде назирати за супротистоянням. А если вдруг случится, что команда попадет в первую лигу, будете ли выходить на матч? Ну, естественно, естественно. Какая разница выше, все равно будем болеть за своих ребят. Команда проявила безволие. Характера вообще нету. Желания играть в футбол нету. Решающий матч, а мы просто по полю отходили. Люди, можно сказать, не уважают ни себя в первую очередь, ни болельщиков. Поэтому больно на это смотреть, если честно. Номер 19. Только положительные эмоции от этого матча. Ну, ребята сейчас на ходу, мы с Нафтаном также легко разобрались и другими командами играли. То есть сейчас команда в хорошем состоянии. Могу похвалить ребят, что они профессионально относятся к делу до конца. Так что очень хороший матч с нашим исполнением был. Хочется поблагодарить наших болельщиков, сказать им огромное спасибо, они поддерживали нас. Этот костяк, который был, 500 человек, они всегда нас поддерживали, поэтому пожелать им здоровья. Но у нас еще есть последний матч, шансы есть. Нафтан 2-2 сыграл, поэтому что я могу только сказать. Будем, мы тренерский штаб как бы готовы играть, не знаю, готовы ли футболисты наши. Апошній хатній матч з «Гуляни». Простий день команда відправиться у Бобруйськ, де згуляється аутсайдером чемпіонату. Пожадаємо нашій команді поспіху. С БТ 0-1 на тех же кондициях проиграть Минску 7-0. Это не вписывается вообще в понятие нормы в команде.
Понравилась игра в Бресте по самоотдаче, и думали, сегодня увидим такую же игру. Думали, ребята будут биться, но, увы, ничего не получилось. Даже, наверное, какой-то наказ удать им. Ребята, нам нужно побеждать, нам нужно оставаться в высшей лиге. Мы наведем свои порядки в первой лиге, нам не страшно. Нам хочется закрепиться в элите, потому что это место мы заработали. Да, очень многие против нас, очень многие не хотят нас там видеть. Это не секрет, вы сами знаете, и мы это знаем. Но полюбите эту команду и отдайте ей свои последние силы на этом выезде с Белшиной. Мы надеемся, что в последней игре с Белшиной мы покажем, что мы гранит, что мы сильнее, что мы готовы оставаться в высшей лиге и показывать свое мастерство. Ребята, соберитесь и играйте, пожалуйста. Удачи!